Приветствую вас. Ну и первое, что хочу сказать, это то, что причина может быть в том, что вы не уверены в себе. То есть, вот вы почему-то считаете, что ваш труд оценивается именно в ту сумму, в которую вы укладываете. Может быть, это у вас минимум на проживание. Может быть, вы инстинктивно думаете, а зачем мне больше, если я могу легко прожить и так. Иногда, может быть, вы просто-напросто не считаете возможным прожить больше. Думаю, что вам для того, чтобы увеличить цифру, нужно, во-первых, осознать, насколько ценна работа, которую вы делаете. Перестать считать себя хуже других, потому что нет никакого подтверждения, доказательства того, что вы хуже. Так как проекты у вас все получаются успешными, и все хорошо, и причин для того, чтобы назвать, например, вас недостаточно профессиональным, нет. И желательно пригласить, если так, это возможно, независимого оценщика, который скажет просто, что вот объективно то, что вы делаете, стоит столько-то, столько-то, столько-то. И вы не будете сами выбирать цену, вы будете просто ориентироваться на оценочную стоимость того, что вы делаете. И тогда это не будет считаться наглостью. Тогда это не будет считаться чем-то плохим. Вы называете условную рыночную цену, которая объективно выставляется на то, что вы делаете. И все. И я думаю, тогда ваша совесть будет чиста. Но нужно понять, почему вы себе сомневаетесь, чем вызваны эти сомнения в себе. И причины этих сомнений убрать, чтобы они не мешали вам по жизни. С другой стороны, если эти сомнения проявляются только в работе, то тогда это можно объяснить, может быть, вашей неопытностью или конкурентностью, или чем-то еще. То есть тут нужно, опять-таки, понимать, чем вызваны ваши сомнения и работать с причинами. Но думаю, что именно в контексте работы необходимо пригласить независимого оценщика, который бы просто назвал цену, которая, объективно соответствует тому, что вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.